Христос посреди нас, мои родные, любимые и сердцу дорогие христолюбцы, все братья и сестры во Христе. Всем желаю радости, веселья в Господе, всем желаю возрастать и возрасти по внутреннему человеку в совершенный Христов возраст, достигнуть этого, этой святости, этого совершенства по образу, примеру и учению нашего подвигоположника, путеводителя Иисуса, Бога, пришедшего во плоти и оставившего нам путь святости, путь свободный, идя по которому нам открывается свободный вход в Его небесное царство, которое внутрь нас есть, и если будет внутри, то и по плоти мы в него же войдем. Вчера пописал я вам эти ролики, ответы, конечно, мне было плоховато, ничего не записал там по имени Иисуса, по имени Бога. Ну вот так вот. Так что сегодня продолжаем отвечать на вопросы двух человек. Я опять заблокировал, что-то начали меня одолевать опять один из... Ну, они не одолевать, один из амнистированных. Ну, я знаю этого человека. Я имел даже, я его как-то вытянул на скайп. Кто этот человек, я знаю, понимаю, что ничего не меняется. Вот. А другой тоже что-то писал там, я уж понял, что... Конечно, я вам всем в голову забивать не буду, но давайте по ходу сразу читайте, я кое-что опять буду говорить. О Жене Девятьярове я больше не хочу говорить в том плане, отвечать на эти вопросы, как бы, знаете, там... Признай, еретик он или не еретик, такого плана нет, но еще есть кое-какие вопросы, я отвечу все-таки. Так ты не взирай на лица по никам, ну, по названиям. Сам Бог не взирает на лица. Словам внимать нужно. И еще этот же пишет человек. Тут в ролике море воды. Ну, это вот о моем, о Жене. Причем воды душевной, эмоциональной, а по существу ни слова. Ответь, пожалуйста, на простой вопрос. Иисус из Назарета, он Христос, Машах и второй, Библия, Танах, Тора, плюс Новый Завет, там правда или ложь? Только ответь просто без юления. Вот у Жени как раз проблемы с этим. Я тебе отвечаю. Во-первых, на лица я ни на какие не взираю. Вот. А взираю я на слова как раз, да. Вот. И я уже сказал, что каждый может говорить, что он хочет. Это его личное дело. Вот. Я никому рот затыкать не собираюсь, как вы это делаете. Это вы можете сами заниматься этими делами. Вот. Поэтому на какие лица я взираю? То, что я не поношу человека открыто, я говорю, вас это бесит. Ну, вы можете этим заниматься. Я этого делать не буду, я еще раз повторяюсь. Вот так вот. Поэтому чем мне внимать словам? Тебе не нравятся чьи-то слова? Не внимай. Нравится — внимай. Мои нравятся — внимай, не нравится — не внимай. Причем тут это? Я почему должен судить-то его? На каком основании? Даже на основании его слов-то. Господь блудницу не позволил осудить даже на основании ее поступка, прелюбодеяния. По поводу того, что в ролике моем много душевной эмоциональности, хотя там душевной эмоциональности, по-моему, особо не было, а по существу ни слова, так что ты меня слушаешь? Отписывайся от меня, если ты подписан, или вообще перестань смотреть мои ролики. Я тебе чего? Я к тебе в дом, что ли, лезу? Да не нравится, не смотри меня. Нет тебе ни пользы, ни отрады от моего служения. Вольному волю, свободного дорога. Когда Иисус говорил о том, что он хлеб, сшедший с небес, и кто не будет хлеб этот есть, который есть плоть его, а это вера в него, и не будет пить крови его, который есть жизнь, по этой вере. Множество учеников и не учеников отошли от него, или кто может это вообще слушать? И даже ученики, как написано. Но один из них, Петр, когда Господь им сказал, а вы не хотите ли тоже? Какая-то, видно, часть отошла, какая-то нет. Что сказал Иисус? А вы не хотите ли отойти? Идите, я вас не держу. Я вас этими рыбацкими гарпунами не впиваюсь, сети на вас не набрасываю, свободу вашу не связываю. Не понимаете, что я говорю, не понимаете речи моей, как он иудеям говорил. Что еще сказать-то? Вот, если тебе по существу ни слова ты не услышал в моем 40-минутном ролике, что ты хотел услышать? Вы хотите услышать осуждение, злословие, поношение? Да, это не ко мне. Каналов полно такими вещами занимающихся. Я, кстати, свой ролик записывал, я не видел уже. Ну, понятно, на Женю уже наклепали так называемые проповедники. Я их даже христианами назвать не могу. Я потом увидел. Один мне сбросили, один я сам увидел. И думаю, их там еще полно сейчас будет. Ну, вот если вас устраивает, пожалуйста, это ваш контингент. На моем канале вы ничего подобного не увидите и не услышите. Вопрос конкретный мне, я отвечаю. Иисус из Назарета, Машиах, Христос. И второй, Библия, Танах, плюс Новый Завет. Это правда или ложь? Ложь. И не Новый Завет, а Евангелие. Евангелие – одно истина. Истина в Иисусе, живом Боге. Тот, кто его проповедует, чтобы человек к нему обратился, к его образу жизни и учению, в этом истина. Истина в Иисусе. Истина не в Новом Завете, если ты имеешь в виду бумажки, как и Тору, Танах. Это бумажки написаны, там есть искажения. В книге Деяния описаны грехи церкви, можно так назвать. Кто смотрел мою книгу Деяний, записано, ты тут ничего не смотрел. Сейчас будешь опять мне там заливать. Ты меня знать не знаешь. В книге Деяний нам описаны грехи, рожденных свыше, вот одного из которых мы вчера разбирали. И там то же самое порой описано. Зачастую они сами признаются в своих грехах, это не я говорю. Поэтому что значит Новый Завет, еще и плюс Торы? Чего там истинного-то? Истина в Иисусе, в живом Боге, пришедшем во плоти, все. Все остальное бумага, бумага. Или ты будешь по слову Моисея разводиться, а Иисус прямо говорит, что я не давал этой заповеди. Вам Моисей сказал разводиться, давать разное письмо, а я говорю вам. Кто разведется, тот подает повод прелюбодействовать. И сам, женящийся на разведенном, прелюбодействует. Вам сказано, люби врага, люби ближнего, ненавидь врага. А я говорю, любить врагов ваших. Это противоположные вещи. Как ты сшиваешь новое со старым? Какая это истина? Для тебя истина, живи. Для меня ты не христианин вообще. Я говорю, я уже давно не сильно напрягаюсь по этому поводу. Раньше я думал, ой, да надо, вот, если он там, да, хотя бы Евангелие прочитал, это, наверное, христианин, говорит, что он там живет. Какая истина для тебя? Тора, Библия. Для меня Библия не истина. Для меня истина только в Иисусе. Все. Причем в живом Боге, а не в написанном. Мало ли, что там написано. Да, надо разбираться, есть искажения. Есть искажения. Писали люди, переписывали люди. Надо разобраться. Можно заблудиться, можно. Ну что теперь делать? Бояться в лес не ходить. Вот так вот. Я, надеюсь, ответил, что тебя не устраивает. Я говорю, ты знать не знаешь, как я мыслю. Вон, у меня есть Библия, так называемая. Новый Завет, из нее уже весь записан на канале. Ты сначала посмотри, как я мыслю. Вот. Если для тебя Танах плюс Новый Завет истина, ну, пожалуйста, живи по этой истине. Там есть множество искажений. Умышленных, неумышленных. Какая разница, человек анонимно пишет или открыто? Важно то, что он пишет. Множество людей говорят открыто, но говорят явный бред. Да, множество людей говорят открыто и говорят явный бред. Но это не говорит о том, что неважно абсолютно, кто такой человек. Говорить, сидеть вот так покурить. Мне звонили, я все это вам рассказываю, это не сказки. Специально показываю. А еще сколько вы не знаете. Мне звонят пьяные, укуренные, бьющие жен, детей. Он мне рассказывает, говорит, я христианин. Или пьяный мне звонит, говорит, я люблю Слово Божье. Я его исследую. Пьяный мне звонит и говорит, что да, периодически пьет, бьет жену. Я хочу с тобой поговорить о Слове Божьем. Я говорю, родной, ты от греха, когда отлипнешь, тогда поговорим. Вот эти вот бредни вы себе оставьте. Какая разница? Разница огромная. Мы с вами вчера эту разницу увидели. Какое красивое имя. Неплохое название для канала. Ну, для собственного, авторского даже. Леонид, рожденный свыше. Очень хорошо названо. Рожденный свыше Леонид? Нет. Если по первому комментарию было непонятно, в принципе, ты черт, и Девятьяров тоже. Он, кстати, удалил все свои комментарии, как я и пророчествовал. Неохоту угольки у себя на голове оставить-то. Очень важно, очень важно. Можно называться кем угодно. Хорошо нам написано. Нам дал Бог власть не просто называться, а быть детьми Божьими. Это дитё Божие. Да нет, это дитё дьявола. Потому что он говорит? Всякий ненавидящий брат и есть человек-убийца. Там не то, что любовь, там ненависть. Вы видели, какие он вещи писал. Я специально все это записываю. Вот он удалил комментарий, все осталось в видео. Куда ты вырежешь теперь? Это ненависть. Какие слова он употреблял-то? Это ненависть. Это человек-убийца, пребывающий в смерти. Ты можешь сколько угодно веровать в Иисуса, в Машиаха, в Танах плюс Новый Завет. Ты в аду и будешь там жариться. Вот так вот, разница огромная. Господь сказал, сотворите и научите. Господь сказал, за какой, когда его говорили, что ты ересь несешь, и что мы хотим тебе распять. Ну, я сейчас своими словами, да, как всегда, немножко вкладываю побольше, мы знать не знаем, что там ему наговорили. Господь говорит, за какой из добрых дел хотите побить? Когда взяли камень и хотели побить его в очередной раз. Он говорит, за какой из добрых дел хотите побить? Что вы можете мне предъявить? Как это не важно? Как человек живет и кто он есть-то, как это не важно. Мало ли, что он там пишет, сидит. Можно сколько угодно разглагольствовать на святые темы, будучи грешником. Очень важно. Че ты его судишь-то? Лично. Господь не позволил бросить в блудницу ни камня. Вы как будто не видите этого. Ослепли, что ли, совсем? Он сказал, кто без греха? Причем сам без греха. Агнец непорочный. Сам не берет этого камня, наклонившись к земле. Уже рука протянута. Что стоит? Брось. И ее тут же закидают гербулями. Позволил он этого? Нет. Какая истина? Танах плюс Новый Завет. Он сам не соблюл закон и никому не позволил его соблюсти. Более того, отменил его своим новым учением. Ты без греха, ты что? Он все сказал, ты без греха прелюбодеяния, ты вообще без греха, брось с нее камень. Я без греха, он говорит о себе молчаливо. Но о нем сказал его предтеча, агнец непорочный. Он не бросает другим. Вы забросали человека камнем. Важно, что, кто ты и что ты говоришь. Ты сначала сотвори, яви себя миру, кусаешь из-за угла всех на свете. Я уж удалил, там одного забанил вчера, вот, который писал. Они как ужаленные, правда. Просто он уже начал штамповать, его как переклинило на Девятьярова, и все, и он мне там пишет. Что ты там ему сердечки поставил? Чё тебя переклинило-то? Я не успеваю отвечать, ты мне уже 25 сообщений написал. Подожди, до утра я отвечу. Уже все, я уж понял, что я вам буду голову забивать. Пишет там английская раскладка, ничего не понятно. Сначала думал это зачитывать. Сегодня уж бросил. Вы потерпите такие ответы. Амнистирован, амнистия прошла недавно, ролик вот с Женей даже не думал, что он вызовет. Я, кстати, ролик сейчас мы посмотрим, почти 1000 просмотров набрал. При моих просмотрах в средних 100-150 на ролике в среднем, ну 200 там. Как будто хайповый ролик получился, хотя я просто ответил, потому что меня 4 дня, 3-4 дня, уж не помню, где-то так начали все писать, ну кто смотрит нас обоих, там кто знает, стали просто вопросы задавать о Жене, о его высказываниях. И я решил просто записать, ну что я буду всем, тем более со многими связи нет ни аудио, я говорю, а я... Не могу так писать, тем более непонятно. Я и так ролик на 40 минут накатал. Все ответил, что еще надо. Вот мое мнение. Что я там не сказал? Все сказал, отстаньте от меня. Это я говорю к тем, кто жалит, и тем, кто, надеюсь, кто спрашивал, я высказал свое мнение. Все, человек как ужаленный. Почему, вы думаете, Павел назвал их жалом вплоть? Вы в курсе, что такое жало у пчелы? Нет? Она, когда жалит, она потом умирает. И вы помните, как Павла, когда арестовали, когда он отдался в руки своим братьям, что больше 40 человек дало обет не есть и не пить. Я так понимаю, они померли, наверное, пока не убьют апостола Павла. Плюс, естественно, если бы они его убили, тем более видим, возможно, их, ну, может быть, они разбежали, как они там это планировали, там, помните, по-разному было. Вот. Их бы точно так же арестовали, могли казнить или там посадить, могли погибнуть. Вот. Ну, вот именно они готовы были принять смерть. Вот это жало в плоть. Он готов своей жизнью, все свое время жизни потратить, чтобы тебя сжали целыми днями, впиться в тебя, сосать из тебя кровь. Господи. Вот так вот. Вот. А вы не обращайте внимания, потерпите немножко, разделите со мной это время. Вот. Я говорю, сейчас просто амнистированные активируются, все-таки амнистия прошла. Вот вы посмотрите, скоро все это закончится, потому что я многих забаню точно так же. Неадекватов полных. Вот. Плюс сейчас этот Женин ролик, может, вызвал небольшой переполох. И то это складывается впечатление. На самом деле, сколько их пишет-то? Ну, 2, ну, 3. А складывается впечатление, что вот да, весь мир такой. Так что ничего, немножко поюродствуем. Потом все будет нормально. Такое впечатление, что человек, это я так понимаю, он обо мне пишет, этот автор комментария, старается пробежать по раскаленной плитке и не обжечь себе при этом пяток. Печальное зрелище. Я говорю, если вас бесит злоба внутри ваша, что я не осуждаю Женю публично, вы в свои сердца загляните, кто вы есть-то. Вы можете делать это все, что захотите, это ваше дело. За себя будете давать отчет. Так. Тут вот вопрос по поводу... Ну ладно, я зачитаю просто. Дима, брат, хотелось бы внести ясность. Вот в чем. Царь выше князя или нет? Ведь наш Господь Иисус Христос, написано в Откровении, что Он царь царей, Господь господствующих. И опять же в другом месте Иисус назван князем мира. Исаия, глава 9, 6 стих. И как мы знаем, что в то же самое время дьявол назван князем мира сего. Так почему же у Иисуса и у дьявола одна должностная линейка? Поэтому... И спрашивают царь, и... Ну, и там что-то прервалось сообщение. Почему-то, не знаю, иногда они не дописывают, что ли. Вот. Ну, по поводу царя Иисуса и царя... Князя Иисуса в Исаии имени Иисуса князем и князем мира сего дьяволом я буду говорить, когда буду... Запишу свой ролик об имени, Божьем имени, пришедшем, о Боге, пришедшем, об имени Бога, пришедшего во плоти. Я буду говорить в своем ролике. Естественно, я буду зачитывать Исаию, только не 9 главу, 6 стих, а там с 6 по 12 главу, скорее всего, я все буду зачитывать, не переживайте. Не только 6 главу, 9 главу, 6 стих. Так что... Сейчас я отвечать не буду, а там я все... Ну, как раз вопрос я возьму на вооружение. Ну, я и так хотел, я на это хотел обратить внимание. Ну, еще вот вопрос, кто вот сейчас услышит, будет ожидать просто. Ну, я, кстати, хотел это подчеркнуть. Эта мысль, это очевидно там, да. Я и говорю, до чего можно докатиться-то? По идее, человек должен сам себе ответить. Брат Андрей. Вот, потому что сложного ничего нет. Вот именно, если мы докатимся до такого бреда, в мире нет ничего плохого, кроме сердца человеческого. Из него могут только исходить зло в виде слов и дел. Там злые помыслы. Нож плохое или хорошее вещество, или как предмет. И можно сделать благо, порезав сырок, колбаску и хлебушек и сделать бутерброд своим детям или родителям, или мужу, или жене, или друзьям. А можно убить человека. Делать не в предметах, не в именах. Можно Иисуса назвать и князем, и царем. Но если ты и к Иисусу применил, это хорошее слово. К сатане это плохое. Плоха-то не должность. Губернатор плохая должность или нет? В зависимости, кто там будет. Будет полный подлец и негодяй. Должность от этого плохой не стала губернатором города. Будет там святой человек. И все скажут, ой, слава богу, что у нас есть такая система, в которой есть губернатор. И именно этот губернатор. Губернатор плохо или хорошо? Да дело не выше или ниже царь или князь. Вот именно, потому что и там Иисус назван князем. И мы знаем, что князь этого мира сатана. Надо просто понять. Есть князь хороший, а есть князь плохой. Вот и все. Ну, это так кратенько, ладно. Так. Ну, вот этот, остались комментарии, я не хочу их зачитывать больше. Я зачитаю ответ брата, который написал ответ, а я просто опять сердечко поставил, и человек опять переклинило. В чем ты его призываешь покаяться, когда он меня там за это ролик о Девятьярове? Он поставил то, что я сердечко поставил, потом, что Женя сказал, что он меня уважает, что я светлый человек. А я что должен был поставить? Крест. Я поставил сердечко, да. Это придумал YouTube таким образом реагировать на тоже обратную связь с теми, кто комментирует видео. Вот и все. Он поставил лайк под добрым словом. Любой нормальный человек поступил бы так же. Это реакция на доброе слово в его адрес. И нисколько не означает, что он солидарен с вечным Евангелием по проповеди. Жди ответа от Христолюб по имени Христа. Будь терпелив. Ну вот. И он опять там пишет. Я говорю, и потом он еще стал писать. И я уже устал. Я понял, поход человека опять вот из этой же серии. Ты можешь успокоиться. Ты мне написал одно и то же практически сообщение. Он уперся в это сердечко под... тем, что я поставил, да, на Женин комментарий. Так. Есть и хороший комментарий, но сегодня я, кстати, не буду зачитывать. Вот. Кто, конечно, одобряет и поддерживает меня. Так. Дима, такие комментаторы, провокаторы, добились, что хотели, отвлекли тебя от истины, и ты занялся разбором всей мерзости, ругательных комментариев. Стань как Иисус, не обращай на них внимания. Такие особи будут всегда на пути у каждого человека. Это также нам в назидание, обучение и испытание. Слава Богу за все. Ну, я говорю, я опять не соглашусь. Вот. От истины они меня, может, и отвлекли, а это не истина. Это и есть истина, это не любовь. Я говорю, можно называться кем угодно. Я говорю, видите, как целый транспарант написать у себя на канале. Рожденный свыше, что? Вот. Я уже сказал, я еще раз скажу, да, что это не затянется. Именно поэтому я блокирую этих людей, чтобы самому с ума не сходить, и, естественно, другим все это... на голову не вешать. Но маленькой дозы это необходимо. Вот. И как Иисус, именно я и смотрю на Иисуса. Когда Иисуса поносили, называли Вельзевулом, Сатаною, бесовским, всякими нехорошими словами, он отвечал. Он отвечал, он говорил правильно, да. Разделился. Он не шел молча этого. Он отвечал. Он обычно делал раз, два, потом он замолкал. Вспомните, как сейчас я кое-что сделал. Ну, короче, вы все знаете. Я смотрю на Иисуса как раз. И вот. Поэтому это ненадолго, именно поэтому вот мы же там не будем перепалку устраивать. Вот. Показать это надо было. Я это уже просто сказал, но еще раз повторюсь. Я это делаю, во-первых, чтобы люди тоже посмотрели на самом деле на изнаночную сторону проповедника. Это раз. Второе. Для назидания, я говорю, кому-то, кого-то это может. Вот они, в принципе, мне задают вопросы. Вот и все. Это мой просто видеоформат ответов. Я бы мог это писать. Но у меня нет ни таланта, ни желания, не умею свои мысли. Так я доходчиво объясню. Услышит мои слова, увидит мой фейс, мои эмоции. Это мой формат. Вот и все. Поэтому человек же просит у меня, требует где-то ответ. Или пишет. Вот. Он же пишет, я отвечаю. Вот. И есть люди, которые действительно, может быть, это услышат. И как вы видели на практике, уже был случай прям с самого начала, когда человек, увидев со стороны, как это выглядит-то, тут же раскаялся, и все. Как вы видите, удаляют свои комментарии. Где комментарии этого? Нету. Я вам сейчас, ну, я вот пролистывал как раз, и их нету. Потому что я начал со вчерашнего, где закончил. Я, в принципе, все у вас на экране показываю специально. Вы можете прямо в моем кабинете находиться. Вот, поэтому это тоже есть польза. И так как я сам сейчас рекомендую всем вот именно тоже это призываю, мотивирую, как пишут, да, тоже заниматься проповедью, хоть как-то, как умеешь, разные варианты предлагаю каждому, как говорится, по возможностям, кому один талант, кому два, кому пять. И хочется немножко так подготовить людей что-то, чтобы уже были мысли, вот и все. Это очень важно, я считаю, чтобы кто-то не смущался, потому что я это все уже проходил. Я и сейчас, если бы это у меня впервые было, а так как я уже опытный в этом деле, вот, поэтому я уже могу давать действительно твердые ответы, как я уже поступал, уже проходил, уже шишки набил, я спокойно реагирую, я слежу за собой. Ну, спасибо, конечно, что вы мне напоминаете, вот. Но пока я не считаю, что отвлекли меня от истины. Я говорю, тем более у меня несколько форматов, и беседы есть, и на Христолюбе я стараюсь писать. Просто я говорю, у меня со здоровьем проблемы. Вот. Может, сейчас подотпустит немножко, потому что такие ролики вообще тяжело писать. И вот это я стараюсь, понуждаю себя. Но тут не надо столько концентрации мысли. Там предстоит тяжелый, большой ролик, и меня может просто не хватить. Ну и сейчас мне может быть полегче, хотя у меня очень сильно болит голова. Вот, вчера мне вообще плохо было после обеда, естественно. Я вот записал эти 3 ролика, 2 ответа, потом вот эта пассивная проповедь, ну и все, на этом кончилось. Вот. Ну и то я их записал только потому, что говорю, там не требуется сильной концентрации. А по имени Бога, пришедшего во плоти, Иисус, у меня предстоит большой ролик. Я хочу все рассмотреть последовательно. Я говорю, там и Исаию будем разбирать, и Матфея, Луку, все по 2 главы в начале о Рождестве Иисуса, и о назывании его, названии, давании имени, наречении имени. Вот ролик предстоит большой, сильный, естественно, мне нужно нормальное состояние. Вот так вот, поэтому это очень тоже, я считаю, я вижу в этом пользу, да. Вот. Ну, естественно, главное в это не уклониться. Плюс я в своих роликах, в отличие от многих, успеваю сказать о любви. Или в начале зачастую, и в конце, и в середине. Вот. Это вот живой пример, что и в разборе вот этих вопросов стараюсь. Вот. Сейчас мы, кстати, комментарии разные. Бывает просто такое, да, ведь всякое бывает. Надо ко всему быть готовым, во всем разбираться. Я в этом не вижу ничего плохого. Ну, вы, конечно, можете мне напоминать. Вот. Но пока я не считаю, что я... Не можете и надо. Я говорю, ну, я... Отдельный формат идет у меня. Это не весь мой канал превратился в этом. Даже на лаве. Это, в принципе, отдельный формат. Вот и все. Вот. Так что вот так вот. Как правильно найти себе жену? Твое видение. Я не знаю. Я не ищу. Советы не от опыта я не даю, поэтому ответить не могу. А теоретические рассуждения я не очень люблю. Как ее искать? Это же не пачка масла в магазине, да? Как ее искать-то? О ролике о благовестии. Заинтересовало, ты умеешь правильно и доступно мотивировать. Ну, я очень надеюсь, что этот ролик понудит. Вот как раз сделать нормальные каналы себе. Чтобы человек перешел и мог что-то о вас узнать, что-то увидеть. В принципе, ваш канал — это то же самое социальная страничка в сети. Тоже можно. Это все-таки социальная сеть, какая бы она ни была. Это социум, это сообщество людей, которые смотрят, общаются. Ну и в любом случае надо проповедовать Иисуса. Чего у вас на канале ни одного здравого видео нету? Дим, кстати, для общего знания. Так привычная нам комбинация из 3 пальцев фига означает: в России ты ничего не получишь. В Бразилии и Португалии жест защиты. В Турции же фига жесточайшее сексуальное оскорбление и имеет такое же значение, как поднятый средний палец в американских фильмах. Это точно, я была в Турции. Так что не показывай фиги, вдруг турок какой решит твои проповеди послушать. Свои комментарии пишу под видеороликом по теме видеоролика. Да я, в принципе-то, ее не показываю. Я могу сказать, кто слышал это, говорит, да, мне все пофиг. Это обычно я особенно к протестантам применяю. Это девиз их не жизни, я считаю. благодаря ихнему вероучению. Сейчас мы, кстати, очень интересный комментарий опять прочтем. Близкие к этому. Так. Какая же грязь, как ты выдерживаешь, за Христа обидно, он же вместе с тобой. Такие моменты читает. Одно радует, претерпевший до конца спасется. Дим, мы любим тебя, и мы рядом. Ну вот, спасибо, что вы рядом, что вы любите. А выдерживать часто я уже ничего не выдерживаю. Я как раз со спокойным сердцем. Я все это прошел и как раз в себе даю образец, вот именно как на это реагировать. Я не говорю, что мы будем вечно это читать. Я говорю, сейчас волна пройдет, сейчас амнистированных дойдет. И им же навряд ли уведомление куда-то приходит. Я так понимаю, что я их тогда амнистировал, да? Вот. Я говорю, Женя, этот ролик получился таким. Вот, поэтому... Я не знаю, может, кого-то показывается, может, кто им где поделился, потому что, я говорю, почти 1000 просмотров набрал. Вот, кто-то что-то пишет. Ну и то. Это же несколько человек всего, а создается впечатление, да, что... Так что вот так вот. И вот закончим как раз истиной мы. Поговорим об истине. Еще 2 минутки, что-то уж полчаса наговорил, да. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас в философию, это, кстати, под роликом опять о Жене, то, что я говорил, и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно. Тут я согласен. А что, я что-то другое проповедую. И человек написал стихи, с которыми я вообще не согласен. Я говорю, конфессионалов не потому, что они в системе, хотя и это тоже, но их не лжеучений, вообще ничего общего с Евангелием не имеет Иисуса Христа, с благой вести. Ничего. Поэтому людей, приписывающихся конфессии, я христианами не считаю. Когда они меня лично начинают прессовать там в скайпе, в переписке, я лично так говорю. Я говорю, ты мне не брат, ты мне не сестра. Поэтому не тешь себя иллюзии, что мы должны как-то друг с друга пылинки сдувать. Мы пока с тобой по разные баррикады. Веруешь ты в Иисуса? Нет. Читаешь ты Евангелие? Нет. Какая твоя жизнь? По твоей жизни и по твоему исповеданию. Потому что из Евангелия можно понавыдирать и свое учение слепить. Ты мне ответь, какое учение Иисуса Христа? Я исповедую, что учение Иисуса Христа – это учение святости, которая в любви к ближнему, в радости жизни, в мире с Богом и по возможности со всеми, а в мире с Богом невозможно быть, будучи грешником, о долготерпении все скорби, об уповании на Бога, а не на человека. Зубик заболел и побежала. Верный в малом, верный во многом. О смирении. Только не том, которым вас лжеучения научили. Это не забитость, это не скромность, это не превозношение. Я не превозношусь над тобой лично. У меня есть вот именно как раз своя мысля, по которой живу. Если мы с тобой разные, ну разными, давай пока краями. Это кротость, а не тщеславие. Я не тщеславлюсь над тобой. Я тебе никогда ничего не требовал от тебя, чтобы ты мне панигирики пел, признал там какую-то мою звездность. И не расстраиваюсь, да, когда ты меня поносишь, но пока мы будем краями. Вот что пишет стихи. Давайте красивые стихи человека зачитаем. Я говорю, я даже перестал это... Я вот предупреждаю. Скрывайтесь, скрывайтесь. Я буду показывать... Я даже теперь не буду ни в какие собирать там имена, убирать. Скрываетесь, прячетесь. Все равно переходишь на канал, у человека ничего нет. Фамилия, имя может быть вымышленное, потому что при регистрации в Гугле, почты или, более того, можно даже не в Гугле иметь, а где угодно, насколько я узнал. Но у меня гугловские все ящики. Можно по-моему, и с другим. Ну, канал нельзя завести, а комментарии вот эти можно с любой писать, насколько я знаю. Неважно, какая у тебя, по-моему, почтовый ящик. Вот. Ну, кто знает, почтовый ящик можно завести без паспорта. Ты все что угодно вбиваешь, Вася, Петя, ты можешь набор букв абракадабра вбить, и он регистрирует, если просто совпадение нет с такой же абракадаброй. Все. Поэтому я лично ничего скрывать теперь не буду. Я там что-то... Ну, тогда я просто другой формат, я хотел статьи делать-то. Вот. Так что вот даже вот на экране, кто это такой, он завтра выкинул эту почту, да и все. Я говорю, и как уже выяснялось, я вам писал, даже люди вы видели, я почему все это публично показываю. Тут же пишет, да, это не моя, имя мое, там фамилия не моя. Есть разница позорить публичного человека и вот непонятную аватарку пустую с непонятным именем и фамилией. Вы завтра удалились, и нет вас. Поэтому я вам даже не буду особо все это видеть. Я говорю, я все это прокручиваю прямо в личном кабинете. Видно, кто присмотрится. Ваши имена. Но это я говорю, тогда думайте, что вы говорите. Либо вам все равно, действительно. Либо ваши эти ники ничего не значат. Мы будем жить, не доживать. Мы будем плыть, а не купаться. Не улыбаться, а смеяться. Вслух говорить, а не шептаться. И Бога вышних прославлять. Не будем ползать, но ходить по слову, а не по преданиям. Ведь есть для избранных послания, и есть у Господа желание не в рукотворенных храмах жить. Кажется, аминь, как хорошо пишет. И есть мечта, и есть предел, заветы и обетования. Есть вечный зов и боль страдания. И есть от Бога пожелание спасаться не от добрых дел. Ты для меня не христианин. Не христианин вообще, ни на разу, ни на один шаг. Мы будем жить, мы будем плыть, мы будем искренне смеяться, расти, плодиться, размножаться, живому Богу поклоняться и одному Ему служить. Чем ты Ему будешь одному служить и поклоняться? Иисус никаким образом не научил нас никак ни Богу, ни поклоняться, ни служить, кроме как. Вся Его жизнь была наполнена любовью, делами, любви к ближним, добрыми делами и словами. И есть от Бога пожелание спасаться не от добрых дел. Где тебе Иисус спасаться не от добрых дел повелел? Какая чушь протестантской закваски? Мне с этим человеком нет ничего общего. Человек, который вот это вот исповедует, есть от Бога пожелание где только? Где Иисус тебе повелел спасаться не от добрых дел? Где? У меня на тебя никакой надежды, тебе вообще все пофигу, все абсолютно. Ты спасаешься не от добрых дел, не от святости. Святость и добрые дела к человеку – это одно и то же. Вы думаете, он когда-нибудь прочитает следующий стих? Нет. Ибо Бог нас создал на добрые дела. Дальше стоит стих у апостола. Не от добрых дел, чтобы не хвалиться. Чем ты будешь хвалиться? Ибо Бог нас, дальше стоит, создал на добрые дела. Если ты не творишь добрых дел, ты и не спасен. И то это черно-белое мышление протестантов на вырванных стихах из Писания. Павел всегда и в этом же послании к Ефесянам писал о совершенстве. Вы откройте целиком Ефесянам послание, вы в шоке будете. Как он писал о совершенстве, о возрастании в узах любви, которые крепчают и крепчают с жизнью, с совершенством в делах любви друг к дружке, которые мы соединяемся, укрепляемся внутри, через нее эту любовь возрастаем, и сами в любовь возрастаем. И эти узы, потому что мы возрастаем в любви, они нас еще стягивают. Я люблю кого-то, и мы еще больше превращаемся, два в плоть едину. То есть я возрастаю в любви, и общее тело становится крепче. Мы же любим друг друга, оно все ближе, ближе, ближе друг к другу, каждая клеточка. Человек спасается не от добрых дел. Ну и спасайся. Тебе никто не нужен тогда, действительно. А человеку, чтобы спастись, нужен ближний. Ты создан на добрые дела. Открываем послание к Ефесянам. Может быть, этот человек меня услышит. Он начинает его, как это послание, откуда вы вырываете эти стихи. Вы зазомбированы своим лживым учением. Так как он избрал, я начинаю с 4-го, большое приветствие, но можем все зачитать. Павел волею Божью, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Ну, можно было сэкономить на 2 стихах. Хотя бы с 3-го. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы, были Не будем, когда Он изберет нас. Мы не будем святы по избранию. Мы были святы от того, что Господь избрал себе народ, чтобы на нем показать все безумие человека. Они не были святы, они были грешниками и каждый раз отваливались от Бога даже при жесточайшем по языческому подобию культу. Они не были святы, они были грешниками, за что Господь их все время пас жезлом железным. И что живого места на нем не было. Господь говорит, Израиль, на тебе уже, говорит, пластырь некуда приложить. Ты от темечка до пятки ноги весь прогнил. Говорит, пластыри прилепить некуда. Или чтобы пластырь прилепить, нужно два здоровых кусочка на теле. Говорит, некуда. Куда тебе, говорит, еще Израиль бить, чтобы ты понял это? Вот этот протестантизм. Куда тебе еще калашматить? Вы вообще зазомбированы своим учением о диванной вере. Он избрал нас, чтобы мы были. Мы были. Не будем, а были. Это мы будем собственными понуждением себя к святости. Мы будем возрастать. Святый и непорочный пред Ним в любви. Кому? К Богу, к человеку. Ой, кошмар. Со 2 главы мы кратенько пробежимся. «И вас, мертвых по преступлениям, да, до покаяния, и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаям мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы и все жили некогда по нашим плоским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью своим, Бог, любовь, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Конечно, через слово мы услышали, покаялись и поняли, что если я не изменюсь, мне конец. Мне конец, если я не изменюсь. Я услышал слово о том, что человек, Бог есть любовь, Бог есть святость. Если ты не покаешься, не изменишь, тебе крандык, тебе крышка. Покайся и сотвори дела, достойные покаяния. Если да, будешь в раю, нет, будешь в аду. Вот оно, Евангелие. Благодатью вы спасены, любовью Божией. Бог ничего с нас не спросил. Мы жили как... Вот он пишет, чадо гнева, как мерзость последняя. А Бог призывает нас покаяться. Его вчера распяли. А он через своих уже апостолов, первая проповедь Петра, говорит, покайтесь. Бог к вам своим убийцам посылает первым, к вам. Опомнитесь. Бога, любовь и благодать абсолютная. Да, мы спасаемся только, первый призыв Божий, только Его любовью, иначе Он бы нас должен был за это в порошок стереть за нашу жизнь, а Он призывает нас покаяться. Слово «спасение» имеет новая жизнь. Да, Бог тебе дает, но покайся и получи новую жизнь. Но дальше ты вырасти или умри заживо, это будет твой выбор. Заживо умереть, возродившись, совоскреснув со Христом, спасенным будучи, или возрасти в совершенный возраст. Черно-белое, глупое протестантское мышление. «И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Да, все это образные, красивые Павлова слова, выражения, которые превращают все время, перевирают, как и прочие писания. Как об этом уже Петр писал, в его время так и делали. Да, посадил, да, ты все эти слова посадил на небесах с Иисусом. Воскресил, спас, это все говорит о покаянии. О покаянии. Когда ты услышал слово евангельское и покаялся, и стал менять свою жизнь. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены». Да, спасены мы любовью Божью, потому что по делам нашей жизни мы достойны были чего? Суда справедливого за все наши деяния и наказания за все наши преступления. А Бог прощает человека в первое свое пришествие на землю ибо не пришел судить мир, но спасать, и в пришествии в жизнь каждого человека от проповеди слова какого-нибудь евангелиста, проповедника, апостола. Да, любовью Божией мы спасены через веру, и ты можешь только поверить в это, что человек, если ты будешь жить хорошо, если ты покаешься и сотворишь дела, достойные покаяния, и поверишь в это. Никто не видел Иисуса воскресшим, кроме его личных учеников первых, и только они свидетелями. И никто не видел далеко будущего века. Единицы там по промыслу Божьему в этой жизни переживают там клинические смерти, что-то видят, и на бытие. Основная масса этого не видит. Мы только верим во все это Евангелие, что если ты покаешься и сотворишь достойные дела покаяния, будь тебе награда на небесах. Нет. Или типа покаешься, поверишь, и будешь жить как черт последний, будешь в аду гореть. Ты только веришь в это. Кто-то не верит, а будь там, что будет. Мы в это верим. И живя по этой вере, достигнем совершенства. Сие не от вас Божий дар. Конечно, это Божий дар. Конечно, это Божий дар. Потому что мы до жизни, до покаяния, мы этого не заслужили. А что мы заслужили? Мы не то, что заслужили, мы заслужили... Что мы заслужили? Ремня большого по нашей жизни до покаяния. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Да от каких дел можно до покаяния? Чем можно хвалиться? Вспомни каждый грешник свою жизнь. Я всем говорю. Я свою помню. Чем я там буду хвалиться? То, что я там 2 рубля подал и 10 рублей ободрал в другом месте. Чем мне хвалиться до покаяния? Какими делами? Более того, речь идет о похвале. И речь идет о спасении, о покаянии, о новой жизни, о даре новой жизни, нового шанса прожить жизнь. Во что превратили протестанты эти стихи? Ибо мы его творение, он дальше продолжает, когда они никогда в жизни не произнесут этих слов. Никогда. Следующий стих, следующий. Более того, здесь стоит точка, а надо поставить перед словом «ибо», ставится запятая. Это продолжение мысли. Слова «который», «ибо» означают, это не закончено, это уже ортодоксы. Здесь точку мы читаем в синодальном. Здесь запятая должна стать «ибо». Мы его творение, созданы во Христе Иисусе, созданы в нем на добрые дела, которые Бог предназначил, обязал нас исполнять. Если ты не делаешь добрые дела, ты не спасен. После покаяния. До делаешь, ты не делаешь. То, что ты там 10 добрых дел сделал, мы все что-то до покаяния делали, конечно, хорошее. Я говорю, ну сравните свою жизнь. Ну что-то делали мы незаконченные мерзавцы. Любой фашист любил свою семью, своих детей. Хоть как-то. Но это все Ветхий Завет. Люби ближнего и ненавидь врага своего. Это все ветхозаветчина. Это с Новым Заветом не имеет. Кто из нас жил до покаяния по Новому Завету? Любил врагов. Отвергался себя. Кто это делал? Кто? Покажите мне такого человека. Радовался жизни даже, когда у него все плохо. Кто это делал до покаяния? Кто жил по Новому Завету без благой вести? Кто? Покажите мне этого человека. Кто может сказать действительно, что он, да, я был хороший, Бог мне что-то вот сказал, да, и вери, и все нормально, и спасешься. А так я и так жил хорошо. Покажите мне такого человека. У каждого нормального христианина покаяние длиной было у кого в месяц, 2-3, у кого до года, до 2. У меня у самого был на самом деле затяжной. Внешне я это, конечно, на людях не показывал, как Господь говорит, помажь лицо свое. А действительно, еще год, наверное, ты пребываешь в чувстве действительно своей мерзости, когда ты познаешь чистоту, святость, перечитываешь Евангелие изо дня в день. И еще вот эти все грехи тебя душат. Что ты там людей обижал, там, как ты жил, на что ты жизнь потратил. Кто, покажите мне, похвалится своими добрыми делами до покаяния, что Бог его за его хорошую жизнь решил ему еще истину открыть. Так он и нуждался в этой истине. Нездоровые имеют нужду во врача, а больные. И Бог к тебе, к больному, послал какого-то проповедника, слова, и ты услышал, и раскаялся в своей злой жизни, а не в хорошей ты раскаиваешься жизни. В чем ты тогда будешь каяться? Евангелие тогда не для тебя. Евангелие призывает покаяться и сотворить дела, достойные покаяния. В чем ты будешь каяться, если ты добрые дела и так делал? Если ты и так был хороший. Каются грешники, а не праведники. Господь об этом явно сказал, и мы все это понимаем. Что протестанты извратили все учение Иисуса? Вот этот человек, который написал эти, так скажем, красивые стихи, ужасные стихи. Я им говорю в откровении, ну вы для меня не христиане. Я не могу на тебя положиться, тебе дела нету до добрых дел. Ты спасся, причем вас черный... Вы только спасся и все. Это родился ты только. Спасение, совоскресение со Христом, рождение свыше, только начало новой жизни. Ты еще должен вырасти внутри, в совершенный Христов возраст, в его невесту, готовую к брачному пиру со Христом. Не женится на младенцах. И на уродинах не женится. Должен украсить себя всеми свойствами божественными, и любовью к ближнему, и радостью жизни, и долготерпением, и кротостью, и милосердием, и упованием. Черно-белое, ужасное, младенческое мышление. Спасся все. Мы его творение созданы во Христе. Ты об этом напиши в своих стихах своих. Ты что-то 9 стих вырвал, а о 10-м-то ты забыл. Если ты не творишь, ибо это условие. Если нет, ты не в нем. Если ты их не исполняешь, Бог тебе предназначил, ты и не в нем. Ты создан во Христе Иисусе на добрые дела. Создан, ты обязан их творить. Ты не творишь, ты не в нем. Я буду до гробовой доски биться с этим протестантизмом. Это ложь. Ложь, извращение истины. Это сатанинское учение. Сатанинское. Ничего общего с учением, с благой вестью Иисуса Христа оно не имеет. Благая весть Иисуса Христа – это весть о чем? О святости. О собственной святости. Не о праведности Иисуса Христа, как придумал это один из основателей протестантизма, который покрывает меня от гнева Небесного Отца в раю. Нет! Это чушь собачья. Это учение о личной святости человека, который добровольно раскаялся и творит дела, достойные покаяния. Я надеюсь, мы сегодня услышали проповедь о Евангелии. И несмотря на прочтение и нехороших комментариев, закончили истиной. Истина в Иисусе. Иисус есть Бог, Бог есть Дух. Свойство этого Духа – любовь к человеку. Бог не сам себя любит. Бог любит нас, а потому и мы, как писал его любимый ученик, должны любить друг друга. Радость жизни. Великое благо быть благочестивым и довольным. Довольство, радость, мир, по возможности со всеми. По возможности. Естественно, с Богом через святую жизнь плоти своей во всех отношениях. Долготерпение и упование в скорбях. Смирение. Что такое смирение? Это не превозношение. Превозноситься не надо над человеком. Но это не значит, что вот я говорю, что только в это не вкладывают, в гордость. А, ты меня забанил, ты горд. Да я не хочу этот бред, я тоже человек, вот и мне тоже тяжело. Или я не хочу твой бред слушать. Не хочу. Что тут горделивую? Да, мне дорога моя жизнь. Я хочу возрастать в святости, а не твои лжеучения слушать. Вот, это кротость. Кротость – это противоположная добродетели, страсти, или как это называют, тщеславие. Вот. Тщеславие что такое? Это жажда похвал и печалька, когда тебя не хвалят. Мне вообще без разницы, хвалят меня, как мне там с этими лайками замучили. Господи, да это просто обратная связь, которая важна в любом деле, в том числе и этом. Вот и все. Вот. И петь я никого не прошу себе панигириков. Вот. Так что так вот. Но куда мы делимся без добрых слов, без комплиментов? Где наша любовь? Любовь в чем-то выражается, в делах. В словах и в делах. А это тогда что за любовь-то? Вы что, своим детям или родителям, мужу, жене теплых слов не говорите? Ой, глупости этой предела нет. Вот. А системы эти все, ортодоксия, православие с католицизмом, протестантизм, это все сатанинские, еретические, как их называют, учения, ложь. Во-первых, раз, где взяли власть над вашей свободой, они все претендуют на имение вас в рабах своих, там уже нет ничего истинного, там уже нет ничего христианского, евангельского. И второе, никакой там любви никогда они в жизни не говорят о любви к человеку. Они говорят о поклонении, славословии Бога, любви к Богу. Целыми днями об этом поют. Да мне люби кого хочешь, можешь хоть верить, хоть в осиновый пень. Ну так вот, ну об этом я все время говорю, сегодня еще раз поговорили. Адрес моего сайта у вас на экране, все мои контакты, все полезные ссылки, как всегда, есть и в описании к ролику. Подписывайтесь на мои 3 канала на YouTube, смотрите, что вам интересно. Ставьте лайк, если ролик понравился, кому полезно, отрадно, назидательно мое служение. И обязательно поделитесь им на YouTube, в социальных сетях со всеми, кто алчит и жаждет евангельской Христовой правды и истины. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями под роликами. Я в этом формате буду всегда отвечать. Ну и по субботам в 15:00 будет прямая трансляция. Буду всегда стараться ее проводить. 15:00 по Москве. Каждую субботу. Там будем тоже что-нибудь интересненькое говорить. Помните слова Господа. Что вы зовете меня? Иисус Христос, Иисус Христос. И не делайте того, что я говорю вам, но вам, слушающим, говорю. Спасайтесь не от дел, любите врагов ваших. Двоеточие. Каким образом? Благотворите. Любовь проявляется в делах. Благотворите даже ненавидящим вас, уж тем более своим. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Заповедь новую даю вам, он говорил ученикам. Спасайтесь не от дел, да любите друг друга, говорил Иисус. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Новизна заповеди в том, что мы любим друг друга точно так же, какой путь, пример, образец в себе дал нам наш Господь и Учитель, Бог, пришедший во плоти. Братья и сестры, будем любить не просто пустыми словами, миля языком, а делом и истиной.